Максим в деревне Ляхово живет уже не первый год. Для него это место родное, как и его односельчане. Жители деревни уже давно хотели создать мемориальную доску с именами павших в Великой Отечественной войне воинов. И вот этот день настал. Несколько лет у нас проходило это все мероприятие. Там было связано еще с ковидом, да, как-то наложилось на то, что мы давно ее как бы ждали повесить, чтобы ее согласовать, это все найти, все имена, которые... Ну, сопоставить их с нашими данными, данными архивов. Вот. И, соответственно, большое спасибо людям, которые принимали в этом активное участие. Табличку установили на памятнике воинам, павшим в боях за Родину. Члены партии «Единая Россия» активно помогали в создании мемориала. Сегодня они пришли почтить память героев вместе с жителями Ляхова. Возложили цветы к памятнику. Очень приятно, что жители чтят память своих героев, приходят к этому памятнику, несут свои цветы. И сегодня очень приятно было с ними побеседовать и вспомнить всех поименно. Светлая память нашим героям. Для жителей этот мемориал значит многое. Это вечная память, благодарность своим дедам и прадедам за мирное небо над головой, а также гордость за своих героев. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».